Всем привет! Сегодня мы рассмотрим телефон Blackview A10. Данный телефон является одним из лучших для просмотра видео на YouTube или серфинга по интернету. И к этому располагает большой 5-дюймовый дисплей и хорошая оптимизация системы. Корпус смартфона имеет также интересный дизайн. Задняя крышка устройства стилизирована под карбон, что придает еще больше элегантности устройству. Рассмотрим подробнее корпус устройства. С левой стороны в смартфоне только кнопки громкости. С правой стороны кнопка блокировки и лоток для сим-карты. С нижней грани в телефоне разместились вход под зарядку и микрофон. На верхней грани только вход под наушники. С лицевой стороны телефона находится 5-дюймовый дисплей, который защищен закаленным стеклом. Оно защитит дисплей от ненужных повреждений и царапин. Дисплей с разрешением 1280 на 720 точек. Свойства дисплея довольно-таки хорошие. Угол обзора дисплея составляет 174 градуса. При наклонах телефона цвета на дисплее никак не искажаются. Камера в телефоне на 5 мегапикселей основная и на 2 мегапикселя фронтальная. Снимки камера делает довольно хорошего качества. Она полностью сгодится, чтобы фотографировать что-то в Instagram или в другие соцсети. Батарея в телефоне на 2800 мАч, что позволит работать телефону полный рабочий день. Мы несколько дней тестировали данный телефон, и при всех нагрузках телефон спокойно жил полные сутки, в то время как другие телефоны выключались уже в обед. Пришло время поговорить о начинке телефона. Процессор здесь установили 4-ядерный MTK6580A. Оперативной памяти в телефоне 2 ГБ, чего более чем хватит для повседневной работы с телефоном. Своей памяти в телефоне 16 ГБ. Также в данном аппарате есть слот для карт памяти объемом до 64 ГБ. Посмотрим, как смартфон поведет себя в играх. Что можно сказать в завершение о данном аппарате? Blackview A10 может воспроизводить без лагов сложные программы и игры, что очень полезно в современном мире. Еще отдельного упоминания стоит дизайн смартфона. Несмотря на свой немалый размер, телефон очень удобно лежит в руке. Благодаря стилизации корпуса под карбон, данное устройство имеет отличные тактильные ощущения, что большая редкость для смартфона в данной ценовой категории. А купить данный телефон вы можете в нашем интернет-маркете tuk.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.